آداب قضاء الحاجة. Этикет справления нужды. لا يدخل إلى الحمام بشيء فيه ذكر الله، القرآن، كتب العلم. Нельзя заходить в туалет с чем-то, в чем есть поминание Аллаха, как Коран или же какие-то исламские литературы. ينقطع عن ذكر الله. Должен, нельзя ему поминать имя Аллаха в туалете. لا يدخل إلى الحمام بشيء فيه ذكر الله أو هذه الكتب وما إلى ذلك. Нельзя ему заходить в туалет любой вещи, в которой есть поминание Аллаха سبحانه وتعالى, как книги и тому подобное. لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. Когда справляет свою большую нужду, нельзя поворачиваться ни лицом, ни задом к кыбле. يجب علينا ستتر من أعين الناس. Ему надо скрываться от глаз людей во время справления нужды. إما ندخل في هذه الحمامات يغلق الباب. Либо заходит в туалеты, где закрываются двери. أو يستتر بشجرة, بسيارة, بجدار. А если же он где-то на улице, то прячется за деревом, за стеной, за машиной. أو يبعد. Или же просто отдаляется. إذا لم يجد شيئا. Если ничего не находит. نعم. كذلك يصح أن يبول قائما بشرطين. Дозволено мужчине справлять малую нужду стоя при двух условиях. الأول أن يعمل لا تنكشف العورة. Первое, чтобы он был убежден в том, что его срамные места не будут видны другим людям. الثاني يعمل لا يرتد عليه رشاش البول. Второе, чтобы он был обезопасен от того, что брызги не попадут на него. لا يقضي الحاجة في أماكن يؤذي فيها الناس. Нельзя ни в коем случае справлять нужду в тех местах, в которых можно принести этим самым неприятности людям. أماكن جلوس الناس مثلا. То есть как, допустим, в том месте, где люди сидят, отдыхают. لا يبول في الماء الراكد. Нельзя мочиться в стоячую воду, то есть которая не течет. نعم. كذلك يقدم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. Точно так же, когда заходит в туалет, заходит туда левой ногой и выходит правой ногой. قبل أن يدخل يقول بسم الله. До того, как заходит в туалет, говорит بسم الله. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. О Аллах, я прибегаю к тебе от джиннов мужского и женского рода. نعم إذا خرج قال غفرانك. Когда выходит, просит Аллах прощения, говорит غفرانك прощение. إذا انتهى من قضاء الحاجة. Когда он заканчивает справление большой нужды. لابد أن ينظف المكان. Он обязательно должен очистить свое место, то есть откуда у него вышли. تنظيف المكان على قسمين. И эти места бывают от двух видов. تنظيف بالماء هذا واضح. Первое, либо моешь водой, и это понятно. الثاني تنظيف بالمناديل أو الحجارة. أو الأخشاب أو القماش مثلاً. Второй способ это человек, допустим, когда подтирается либо бумагой, либо материей, либо еще листьями деревьев и тому подобное. هذه اشترط فيها شروط. И в этом есть некие условия. أن تكون طاهرة لا نجسة. Чтобы это была чистая вещь, которую ты подтираешься, не было наджиса. لا تكون محترمة يعني لا يمكن أن يستعمل أوراق المصاحف أو كتب العلم. Не должны быть уважаемые какие-то вещи, то есть нельзя ни в коем случае, допустим, книги какие-то научные или же листы из Корана, тем более. لا تكون طعام للجن أو للإنس أو لدواب الإنس أو دواب الجن. Ни в коем случае не должно это быть едой людей или едой джиннов или людей скотины людей, которые держат люди или едой для скотины, которые держат джинны. لابد من ثلاث مسحات ثلاث أحجار ثلاثة مناديل. Когда человек протирается, он должен обязательно протираться трижды, либо тремя салфетками, либо тремя камнями. إذا حصلت الطهارة، если человек очистился после этого، بثلاثة، тремя، اكتفى، то достаточно. كيف يعرف أن الطهارة حصلت؟ как человек может узнать, что потираясь он уже все достаточно чистый стал؟ يرجع المنديل أو الحجر جاف ليس فيه أثر. то есть он смотрит на салфетку, что на ней нету следов. فإن رجع فيه أثر لابد أن يزيد. если же он увидит, что следы остались, тогда ему надо добавить. حتى انقطع. пока не очистится. فإذا انقطع مثلاً بست أحجار ستة مناديل. если допустим он подтерся шесть раз и очистился. يستحب له أن يزيد السابع. وإلا لا شيء عليه. желательным является седьмой сделать, что еще был нечетное количество. или же никакого греха на нем нет, если он. لا يمس ذكره بيمينه. правой рукой нельзя прикасаться к половому органу. نعم إذا أراد أن يأتي الحاجة مثلا في غير هذه المراحيض دورات المياه يختار مكان لين لا يختار مكان صلب حتى يرتد عليه رشاش البول. если хочет справить маленькую нужду где-то, например, на улице, не в туалете, то должен выбирать те места, где не будут брызги попадать на его одежду. نعم يكون وسط في الطهارة يعني لا يتنطع ويصنع أشياء يعني ليست من الشريعة من وساوس الشيطان. человек в вопросе омовения должен быть на золотой середине, то есть не должно быть у него излишества или же попадать под наущение шайтана. كذلك لا
يعني يتهاون بعض الناس أيضا في الطهارة. صحيح الوسط والله أعلم. Точно так же не должен проявлять халатность в тахарате, в омовении.